Добро пожаловать, это диджей Витчелланд, и мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. Так, мы бежим вешать люлей рейдерам, по-моему. Сейчас посмотрим. Перебить рейдеров. Немедленно. Там близко ведь, по-моему, да? Ой, нифига не близко. А я там был, кстати. Ну-ка. Я прям в их логове появлюсь. Или может они в здании, а я рядом с этим зданием проходил. И это. Ну. Надо зайти. Я прокачал еще не автоматически. Там еще, по-моему, кто-то был. Нет? Значит, мне показалось. Я... Кейт, наверное, обижается, потому что ей никто не достается. Я всех снимаю. А я разве здесь не очищал от рейдеров местность? Вообще-то, по-моему, я тут очищал от них местность. Я тут был уже, и я валил всех. Мы уже тут были. Что за дела? Дичь какая-то. Кто-то прям близко. Подмышку не убил. Пушка у меня вообще-то убийственная просто. Да я силовой броней... Фигая, блин. Я чувака силовой броней уделал, а тебя уж не уделаю, что ли. Где? Куда сейчас? Ой! Уйди-ка. Ух! Дело в том, что я не вижу никого. Да, блин. Что-то вообще косит. Дичайше. По-моему, я их вообще тут зачищал. Куда они взялись, я не понимаю. Не. Разок-то надо тебе вколоть. А, она еще живая. Я больше никого не вижу. Куда-то туда вниз показывает мне идти. Хорошо, что патрон сверху расположили. Мне очень нравится.
Чё за дела? Огненная тварь. Да куда ж ты лезешь-то, балда? Так. Я тут был, просто я, наверное, внутрь куда-нибудь не заходил. И они опять тут расплодились. Куда-то мне вниз вообще надо, судя по карте. Куда-то вон вообще. Да, сюда я, по-моему, не ходил, и они расплодились. Опять вверх. Это наружу-то вылезли на улицу, как муравьи. Силы бы, что ли? Где этот уровень? Ну-ка, отодвинься. Еще кто-то есть. Не вижу где. Чего нету? А что это такое там на столе? А. Так. Какая-то целая станция. Капец, тут сколько всего написано. Тут, блин, на одном этом засидишься читать. Немало текста, между прочим. Так, управление турелями. Включить. Гранат, я видел ее, только поздно видел. Куда-то вглубь идем, короче говоря. Быстрее не получится. Так. Мы что, зашли, какой быстрее? А тут чего? Ого. Ой, где-то тут граната. Небольшой склад. Блин, сломал. Смотри. Где-то это понравилось. Странно все-таки. Людям помогаю. Не нравится. Замок. В замке ковыряюсь. Нравится. Хозяйственный мужик. Во. Мне показалось, у него 4 руки. А
Ты не слышал ничего, да? Баллон какой-то. Да он и выживает. Да что так? Прям без прицела хотел убрать. Какой ты крепкий. Что у него за оружие? Нам, наверное, наверх дальше. Это Кейт. Нам сюда. А, нет, туда он дальше идет. Ух. Подушка не нужна. Да, блин, сломал, ты смотри. Капец, легкий замок. Оружейный верстак. К нам туда, что ли? А там тогда чего? Опять целая куча сообщений, короче. А, это те же самые, короче. Понятно, надо было сразу сюда идти. Мне показалось, что просто наверх дальше, ну ладно, идем. Было психа, нет психа. Там лифт, что ли? Капец, все глубже. Фига там глубина. Фига глубина там. Впечатляет. Да, уж глубокая ямка. То же самое. Что это такое? Свет везде включил. Как там? Высоко-то. О, журнал. Это хорошо. На, в башню. Крепкий бедлам. Гранаты его не берут. Ты смотри как. Ну я-то прокачал карабин. Типа он у них самый главный был. Угу. Все, осталось зачистить. Какой-то задницы мира, блин, под землей. Тут такой гул еще. Всегда нравилось, когда заходишь в какую-нибудь жопу под землю. Глубоко-глубоко. И звуки такие уже будящие просто. Чувствуешь эту дрожь такой земли и звук. Вообще офигенно. И страшно. Немножко. Ого, тут все трясется. Нам, наверное, надо поспешить. Блин, и яблоки, которые мне нафиг не нужны. Тут еще дальше куда-то идет? Или это выход короткий? Вау. Ой. А я газ не заметил. Зато никто там не встанет. А вдруг какой-нибудь секретик? О, блин!
выручит меня. Да что вы все ко мне? Да что ты в объятии ко мне будете? Ну, ёлки. Пердохранитель свой давай. Я все глубже и глубже куда-то. Взад ему. Да уж, зато как весело, а? Какую-то бутылку взял. Чё это? Хоть бы положили что-нибудь ценное, я в такую задницу забрел. Ничего не дадут. Гули они такие. Вроде никто не идет. Это, конечно, все хорошо, но никуда. Ага. Ой. А что это было сейчас? А что это было, я не... А? Что за клюки? Не понял, это что было сейчас? Странное дерьмо. Мистика? Пром числящие средства какое-то. Капец, меня занесло в место. Так, погоди. А если нам туда? А здесь чего? Я не взял журнальчик, я ведь видел на столе. Ну ладно. Я только вспомнил про журнальчик. А это я где вообще? Я заблудился, ты представляешь? Какой стук? Чего такое? Гуль какой-то необычный. Усохший дикий гуль, нифига себе. Там голозапись какая-то была. О, бупс! Чё-то ничего не выделилось. Perfect. Вас, надеюсь, труднее обнаружить. Вау. Надо сохранить. Блин, или за этим журналом вернуться, пока я далеко не ушел. Куда-то туда идет, я офигею. Сколько ходов? Погоди, я пришел. Вот отсюда я пришел. Да, сейчас. Вот этот журнал я пропустил. Perfect. Уран от роботов. Ну, пригодится, что. Вот теперь уже пойдем. А то мне покой не давал этот журнал. Я даже не знаю, куда нам там идти-то. Там столько ходов непонятных много. Вот куда-то идет. Зачем мне эти зубы?
Так. Нормально таки. Там куда-то тоннель шел. Так вот это уже на выход, да? Тогда пойдем туда, посмотрим, что там за фигня была. Капец, надо это место уже обойти, чтобы сюда не ходить 30 раз. Ой. Ой. Ужас какой-то. У нее такая отдача хорошая. Боль ко мне не подходит. Ну сейчас мутирует, конечно. Собака. Ну-ка отойди. Глазадой. Ого. Нифига себе, еще это какая-то маскировочная. Она вместо несчастливой лучше. Она вместо вот этой. Тут круче. Типа без разницы какая. Да уж, приключения на тут, блин. Целая куча гулей. А патронов все вместе, меньше и меньше. Куда мне все здоровье шло? Так, помощь. Ого, полное здоровье у него восстановил. Так, тут у нас всякая фигня, короче. Шляпа. Можно поспать. Нет, смердуха. А, здесь я был, по-моему. Да, там дырка будет. Вот, в нее надо сходить. Давай сходим. Ой. Нифига себе. Жертвоприношение? Какие-то за ворот? Там я был. Кто? Именно что-то легко. Кто Данович менеджмент? Что это? А-а-а. Что за Данович менеджмент? Данович что-то там. Tim, good job on keeping things under wraps. We've taken your advice and have asked the other project managers to meet you at station 4. Stall them if they arrive before we get there. They haven't been told anything. We are very close to accomplishing our goal. Please be patient. You will be rewarded in time. Ради какого-то ножика сраного. Понятно, этим ножом здесь сделали какие-то ритуалы. Прикольно, я взглянул. Мы, ай да молодцы мы.
Все, теперь можно спокойно душой выбираться отсюда. Чего? Как я из этого мусора делать-то буду? Все, понятно теперь, откуда выбираться отсюда. По этой лестнице. А может, не по этой? А, погоди, это уже начало. Тут были. Ведь. Блин, я заблудился. Вот здесь, наверное. Вот здесь вот поднимаешься. Тут лестница должна. Нет? Вот. Немножко заблудился, ну, бывает. А это кто такой? А, Рейдер, что ли? Кожаная броня. Не нужна, у нас покруче будет. Вот роботскую броню бы мне найти. Тут лезет. Фигня какая-то. Блин, у меня патроны кончаются. Только нашел оружие своей мечты в этой игре. И патроны кончаются. Уйди. Фига, ты его подстрелила, молодец. Вот это наверх, а это тогда куда идет? Какая граната нафиг? Хорошо. Понятно. Вес, давай. Тут. Выбросить. Все, ничего больше не берем, убираемся отсюда. Дай пройти. Не выпускает меня, видите ли. Так. Все, вот он и выход. Патроны-то не весят же, поэтому их можно и собрать. Эй, чуть мне дверь не зашибло. Ага, понятно. Короткий путь, умно сделали. Ну, типа, понятно, откуда мы выйдем. Теперь-то все понятно. Так. Все, дело сделано. Дело сделано. О, там никого нет. Нет, там только скелеты. Кому на солнечные приливы чего? Так, и где это ми? Ага. Так, ну выполнено. Нет ваших рейдеров. Рейдеров. Did you have any luck with those raiders? Так, поздоровались. I took care of those raiders for you. Really? Well, that's the best news I've heard in a long time. А, чё, я вам такой геморрой убрал. And we've decided to support the Minutemen. I think it's worth giving it another chance. The only way things will get better is if we stand together. Да, но я главный, надо помнить об этом. Can we trade a few things? Sure thing. О, патрон дробовика. Ладно. Даже вам чем-то защищаться. Зачищаться. Так, вот выход. И там ничего готовить не надо? Есть чего. Мясо жилокрыла пожарено. Неплохо мы так сходили, рейдеров погасили, попогасили. А что это такое? Здесь какой-то объект показывают, пойдем до него дойдем, наверное.
Что это? Что это за объект такой? Вау, площадка какая-то. Чего? Approach and identify yourself. Abiding citizens will not be harmed. Это что такое? This area is clear. Proceeding with search protocol. Please step in. Boom. А он одну только батарею? Да, это оружие экономное, но медленное. Зато экономное. То оружие, оно мощное, но оно тупо, блин, батарей использовать никогда. А это что за площадка? F2 это? Ух ты! А, вертолетная площадка, прикольно. Ну, наверное, сходим в эту подземелье в следующей уже серии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся вот как раз уже в следующей серии. Это был DJ Vigilant.